Снегом посыпется дорога, ждет земля огня тебя. До жатвы осталось немного, нива поспела, ждет делателя. Это молитвенный почин или инициатива. С 21 по 23 июня Господь призвал всех людей, которые живут в местах, которые испытывали пробуждение Божие в прошлом, подняться в молитве. Просто есть места в Европе, где Бог сильно действовал. И это известно в истории. Это такие пробуждения, как в Уэльсе периодически вспыхивали пробуждения одно за другим. Это моравские братья в Гернгуте. И такому человеку, Нек Пиз, его зовут, из Уэльса, Бог дал идею, я думаю, это с неба, идея, чтобы люди в эти дни благодарили Бога за то, что тогда Он сделал, и просили Его откопать эти колодцы, как Исаак откопал колодцы Авраама. Ведь эти были колодцы очень нужны для жизни в пустыне. То есть там просто умрешь без воды. И колодцы были засыпаны. Некоторые из этих пробуждений были в Санкт-Петербурге, которое возглавил Пашков, Корф, Бобринский. Это пробуждение, которое пришло через Павла Николаи среди студентов и молодежи. Это пробуждение, которое было через Ивана Чурикова. Это Вырица, где спасались множество алкоголиков просто под влиянием силы Божией. Бог хочет нам вернуть это наследие, потому что эти люди, они прошли впереди нас. И мы хотим строить на их основании, на фундаменте. Мы не думали, что такой будет широкий отклик. Когда Ник начинал это, мы молились 2 года за этот почин, за эти 3 дня. Мы думали, что откликнется, 10, может быть, мест, 20. Мы не знали, сколько Бог сделал в Европе за 2000 лет. Места, где апостол Павел проповедовал, и лирики, на Пафосе. Там сегодня группы поклоняются Господу, давшему пробуждение, и просят дать его снова. Это прекрасно. И авторитет в том, что Бог дает ключи церкви Европы для того, чтобы открыть Европу снова для Евангелия. Слава тебе, Господь! Ты силен это сделать. Это инициатива Бога. Мы просто послушались. Что Он нам сказал, то и делаем. Молимся эти 3 дня. Все остальное за Богом. И будет в последние дни, говорит Бог, от Духа и залью я на всякую плоть. И будут пророчествовать и видеть сны, и с нами вразумляемы будут они. И Бог хочет восстановить это в современной церкви, что ценность человека равна каждого. И когда церковь придет к кротости, кроткие наследуют землю. И я знаю, что Бог это силен сделать снова. И Он также хочет и может возродить дух богоискания среди людей в России, особенно людей влияющих, людей, имеющих власть. Потому что то, что произошло в 1874 году, когда Дух Божий касался князей, графов, это были в основном люди с титулами, тогда это не было случайно. Это было результатом поиска внутреннего, как помочь России, как помочь народу России. Может быть, не у всех, но этим изобилует литература русская, классическая, что делать, как облегчить судьбу народа. Это дар милости, это дар благотворителя, он должен вернуться в церковь. Это та живая вода, которая была закопана. Я очень благодарна Богу. Я хочу прославить Тебя, Господь Иисус. Ты делал что-то в России, мой Бог, и мы просим, сделай это снова. Мы воздаем Тебе честь и славу и хвалу. Пусть поднимется это помазание, спасение алкоголиков, без репцентров, без каких-то методов. У нас сейчас столько методов, а тогда была сила Божья. И нам нужна Твоя сила, Господь. И я молю Тебя о пробуждении среди молодежи, студентов и преподавателей, как было при Павле Николаи. Я молю Тебя, чтобы дар правителя, который был у Проханова, он снова действовал во всей силе и распространялся по всей России. Это есть у Тебя для нас, Отец. Спасибо, доброе наследие. И сегодня мы входим в него вместе со всеми, кто стоит вот как я. Я сегодня у Петербургского колодца. Кто-то стоит там, где жили моравские братья, в Гернгуте. 70 групп сейчас.
кто-то в Уэльсе, кто-то в менее известных пробуждениях. Я бы очень хотела поздороваться с Пашковым, очень бы хотела обнять как свою сестру, княгиню Ливен и княгиню Гагарину, и Елизавету Черткову, которая открыла дверь для пробуждения в нашу страну. Написано в числах 21 глава, 17-18 стих «Наполняйся, колодец». Это была песня, и там было сказано, что князья народа, его старейшины своими жезлами выкопали этот колодец своей властью. И я бы очень хотела это снова увидеть в России. Бог бы хотел это увидеть в России.